История первобытного строя до времен античной эпохи Египта, бывшего когда-то могущественной культурой с массой до сегодняшнего дня неизученных аспектов. Именно на эту тему преподавателями истории образовательного учреждения номер один был организован конкурс. Нет большей гордости для педагога того или иного предмета, чем интерес его подопечных к тем знаниям, что они несут детям. Просьба учеников к проведению чего-либо подобного сподвигла учителя истории Гаджи Рашидовича на организацию конкурса среди пятых классов на тему первобытного общинного строя. Сегодня средней школы номер один мы решили организовать такой, можно сказать, вечер истории, посвященный истории древнего мира, а также Египту. Почему? Потому что я их первый раз взял, в этом году только взял. Мне они полюбились, они на самом деле интересуются историей, им нравится история древнего мира. Поэтому мы решили организовать такой конкурс для того, чтобы дети еще больше полюбили историю древнего мира. Главная задача, которая у нас была, это привитие интереса к предмету. По программе конкурса ребята должны были подготовить приветственную речь. Также воспитанники первой школы были одеты в одеяние египетской культуры, и каждой из команд была сыграна сценка, сценарии из которых были взяты из истории древнего мира, что весьма разнообразило мероприятие. Ра, не спеши уставать, ибо ты одолеваешь сон, чего ты не пожелаешь. Ноги и руки мои впервые ослабли, и я не позволю, чтобы другой одолел меня. Что ж, будь по-твоему, владыка, сын мой Шу, будь отцу твоим в поддержке, защити его, а ты, дочь моя Нут, подними его. Данное состязание прошло в виде стола знатоков из двух команд, которые соревновались в своих познаниях по данной тематике. Нужно отметить то, что ребята были весьма увлечены процессом, а материал истории Египта освоен на твердую пятерку, что заметно по их ответам на вопросы ведущего. Более 2 миллионов лет назад что произошло? Образование чего? Появились первобытные. Правильно, молодцы. 3000 лет назад. Египет. Образование чего произошло? Египетское государство. Правильно, молодцы. Космос открытия. Назовите первые орудия труда первобытных людей. Палка, еще что? Далька. Еще что? Дубина. Дубина, заостренный камень и палка-копалка. Дальше. Можно сказать, что преподаватели справились со своей задачей на отлично, и детей увлекли процессом и закрепили пройденный материал посредством конкурса. Что касается победителя, то, как сказал Гаджи Рашидович, победитель – это дружба. Ибрагим Магомедов, Алексей Колесников, Новости Каспий ТВ.